Приветствую, дорогие друзья. Ну, фух, меня зовут Сергей Лав. На самом деле, я так расстроился, что меч Путихона мной был всернут, потому что, смотрите, мой мечик ведь на 10-й стадии можно еще превратить в меч чумы, потом еще что-то можно с ним, видите, сделать, то есть продолжать эволюционировать, и я так расстроился, что у меня нету этой возможности вообще нигде мечик взять, и я решил, а вдруг в стартовой деревне его можно где-то приобрести, и да, оказывается, его действительно можно приобрести, но он стоит, блин, один золотой. Ребят, ну, где мне столько денег взять? То есть это, конечно, радостно, но все же расстройство то еще. Что делать, я понятия не имею теперь. А еще я до сих пор ищу, разбираюсь. Бокалейщика ничего нету. Возможно, мне и нафиг не нужен будет, когда к тому моменту, когда я накоплю один золотой этот мечик, потому что у меня будет какой-то другой, который будет эволюционировать в другой, но с другой стороны, вдруг здесь до самого конца игры этот меч мой будет, то есть он будет в другой его превращать, а потом опять в другой, и так, в общем-то, вы поняли. Вдруг оно так. А, блядь, с курицей и фигня какая-то. Поэтому нужно идти зарабатывать один золотой. Кстати, я не знаю, видите, один серебряный, это, видимо, 10-100 медиков, а 100 серебряных это один золотой. То есть умножить мне надо на очень большую сумму. Еще мне нужно, естественно, отсюда уходить, потому что мне нужен лес до небес. И отправлюсь-ка я вот сюда. Всего лишь одно. Почему-то меня тогда два хотели содрать. Или даже 4. Потрачу. Я думаю, может быть, что-то заработаю. Но я тут так в кадр-то попал, начал историю, просто чтобы рассказать вам про мечик. А на самом-то деле я хотел еще немножко за кадром побегать, поразбираться, как-то отойти от того осознания расстройства и упадка, того, что я просрал этот меч, который, блин, стоит, ну хотя бы один серебряный, я бы нафармил бы 100 этих, блин, медиков, но сейчас я их точно не нафармлю. В общем, увидимся чуть позже. И я потихонечку пробираюсь в какое-то подземелье, собрал мешочечки, думаю, где же добыть один золотой, не знаю, может быть, за реал задонатить можно как-нибудь этой валюты. Но смотрите, как они сейчас просто все отлетают в никуда. Просто идите к черту, смотрите, оп-оп. Насколько офигенно это выглядит, просто посмотрите. Просто это наслаждение для глаз, хотя я вот раньше никогда не любил вот эти спецэффекты классные, не знаю, сейчас наоборот меня не доставляют, не знаю почему, что это выглядит действительно таким чем-то крутым. Ну, здесь сейчас просто тыкать будем, пам-пам. Эх, нифига себе, это был подкат, ну, точнее, блин, бэкстеп, я не знаю, что это было, в общем-то, перекат за спину. Что за нафиг, давай на ноги вставай. Все, большой сундучок вот какой-то, оп. Медный дао, скрижаль, куча всякой фигни. Мне надо, на самом деле, меди немножко, потому что у меня слотов явно маловато. Пригодилось бы еще немножко. Так, и у нас здесь есть еще один сундук. Сундук с сокровищами, ребята! Сейчас что-нибудь найдем. Может быть, мечик, который будет лучше нашего. Шкатулка, треугольник, ты же моя. Итого. Найдено мной. N это, я так понял, просто новая N-ка. То есть то, что еще предмет только появился, чтобы сразу было видно. Очень удобно, между прочим. Их два стало. Молоток. Тоже два стало. И сундук. Случайного цвета. Пам-пам. Открываем. Красный треугольный. Вероятное действие при атаке. Ну что ж, давайте воткнем его. Вроде как бесплатно обойдется мне. Втыкание или платно. Вероятно. А какое действие-то? Если вот я понимаю, здесь написано, что он что-то сделает, то, видимо, синенький там сказано, что делает, а красный, сам догадайся. Но это еще не все. Есть еще фиолетовый маркер в этой локации. Возможно, там будет какой-то супер-мега-босс. Потому что пока что, может быть, это и то, что я убил, это было боссом, но... Потому что я сильно вкачан, мне это уже... Вот, видите, путь Хона, мать ваша. Мне нужен меч пути Хона. Можете дать мне еще один для такого днища, который всрал его? А что сделать-то надо? Чё? После подсекающий удар 3 топот на противника. На кого мне? На их, что ли? Кого тут подсекать-то? А, вот, тренировочные кровожадные гиганзи. У меня откат, блин, 16 секунд теперь.
Так, берем откат. И пинок. Подкат. И пинок. Подкат. И пинок. Я молодчина. Ну давай, чувак, говори мне. Что дальше делать? Подкат и пинок я научился делать. Так. Теперь. Свалить столько ганзи. Столько ганзи? Где? Кого? Чувак. Я не вижу никого. Кого сваливать надо? Опять я тут... Во, появился наконец-то. Прокатило, не прокатило. Отлично. Пинок. Пинок засчитан. И еще один пинок. Да, но я не видел, если честно, да, это ни одной ММО, в которой вот можно было бы сбивать противника с ног и пинищем отвешивать. Все, давай. Вспомни, есть. Бросок клинка. А где он у меня, собственно? На Z. У меня появился новый ходбар, оказывается, теперь. И вообще два новых ходбара. Кстати, у меня новый товар пришел. Это... Он бесплатный был. Вот этот предмет. Мне сказали, что можно его. Но это, видите, Тати Пути Хона. А мне нужен меч Пути Хона. Вот не очень мне понятно, почему мне для мастера клинка Линов вот этот меч выдали. Он явно не подойдет для улучшения. А проблема в том, что вот тут есть донат-магазин, вот внутриигровой магазин. Видите, Тати Пути Хона. Возможно, это тоже очень крутая вещь, и она ее стоит хранить там для чего-то. Но, блин, медный дал, это трэш, вот это все трэш просто. Его надо сбагривать. Смотрите, сколько просто оружия бессмысленного и ненужного мне абсолютно. Сила атаки никакая в сравнении с моим мечом. Да мой меч уже был бы сейчас лучше, намного лучше, если бы я не протупил. И это меня очень удручает. Я надеюсь, что все-таки не до конца игры этот мечик нужно эволюционировать. И я найду какой-нибудь другой, который пойдет по другому пути, из чего-нибудь другого эволюционировать. Но альтернатив-то я не вижу, по крайней мере. Видимо, мне так и придется пользоваться долгое время, долгое-долгое время каким-то говном редкостным. Таким, то, что не прокачиваемое. Но то, что лучше будет. И копить этот один золотой. Насколько это быстро, я не знаю. Я надеюсь, что чем дальше я иду, вот уже 8-й у меня левел, тем выше растут ценники, то есть, соответственно, и дроп с мобов становится дороже там, и мне удастся поднакопиться, быстрее, по крайней мере, поднакопиться, и это произойдет раньше, чем я решу, что легче заново игру начать. Ну, и серьезно, ребят, мне не хотелось бы начинать заново сейчас, совершенно. Я не так далеко ушел, даже если тут 50 левелов, что я, куда двинулся-то? Не особо-то так я и продвинулся, надо сказать. Так, он какой-то меч предлагает, тем более, видите. Может, там хороший меч, на самом деле, дадут. Вот. Эх, медный меч головореза, без всякой прокачки. Вот так вот. Ничего не дают. Сволочь. Просто сволочь. О, с тобой еще надо побазарить. Так. О, на какую-то куртку дадут за то. И здесь куча-куча квестов в округе появилось. Надо пойти поразбираться, что ли, с ними. И, ребят, знаете, что произошло? Я в чатик написал, где взять по-быренькому можно насосать, в общем-то, на один голдишок 8-м левелом. Меня спросили, на кой фиг. Я сказал, что мне нужен этот чертов меч. И мне вот Луна МЛП, мастер кунг-фу 45-го левела. Видимо, 45-й здесь максимальный левел. Не знаю, по крайней мере, выше 45-го я никаких упоминаний не видел. Дала мне один голдишок. Вообще... Мир не без добрых людей, особенно для женских персонажей вот таких, хотя она тоже женский персонаж и тоже женский ник, но, по-моему, играть в БНС мужским персонажем вообще преступление против прекрасного. Ну что ж, закупаемся. Вот он, меч Пути Хона, один золотой. Есть, есть, ребят, у меня есть реально теперь меч Пути Хона. Теперь мне нужно где-то достать еще кучу баблинского для того, чтобы вкачаться. В общем, вот этот трэш можно попродавать. Ну явно же хрень. Еще беспонтовые скрижалики мне выдавали. Такой хрен они нужны. Трэшовые. Что еще можно? Может быть вот это продать, а? Даже не знаю. Еще я не нашел, где вот эти таблички использовать.
Надо, может быть, у них спросить? Меня еще там не выгнали. Сейчас буду спрашивать. Итак, момент истины. У меня получился меч Путихона 5 левела. Я всего лишь пару мечиков у него слил. Вот эти фиолетовые, они дали огромный буст. Сначала стал фигню вот эту всовывать, но она беспонтовая. По одной... по одной медику стоит апгрейд, но там пол левела всего дали, а фиолетовый я вставил, он сразу третьим с половиной стал, то есть три левела получил. Теперь посмотрим, смогу ли я его. Да что ж ты не хочешь-то? Ага. И, блин, а что такое? Мне нужен еще. Мне нужен еще яд диковинного леса. Кузнецы, алхимики, повара, жрецы, ювелиры. Гончары. И вот такая вещь у меня получится. Как, смотрите-ка. Урон на 2 выше, да, но... Хрен его знает. Он 6 левела просто-напросто станет, и его дальше можно будет проапгрейживать. Вот что плюс этого мечика. Без какого-то прямо лютого прорыва-то не произойдет. И внешний вид он вряд ли поменяет свой. Но тем не менее. Это раз. Этот же персонажик, который мне очень помог... она... Ты ё... Элемент крафта... Хрен, такой чат мелкий на 720, это просто капец. Может его как... А шрифт сам больше не стал. Лол. Ну реально, можно ли шрифт хотя бы 16-й? Правда, там все засрано, исключительно там... Прокачаем вашего персонажа, блин, вот этим вот ММО задротством, честно, убогим. Портит весь ролеплей, портит, серьезно, вот именно вот это вот. Продажи золота, ну это говно абсолютно. Руду можно собрать по всей локации, надо будет поискать. Дальше мне было сказано, и она элемент крафта. Понятное дело. А как эти крафты где использовать, непонятно. А как эти крафты... использовать или где, я не знаю, как крафтить, вот в чем проблема то а выяснить надо бы выяснить. И мне отсылали еще этот же персонаж руду добывать, табличку в изумрудной деревне менять. Мне нужна какая-то изумрудная деревня. Чё, где эта изумрудная деревня? Бамбуковая деревня. О, изумрудная деревня. А, стоп, а я могу как-то вот диковинный пик рассвета? Нет, нет. Ух ты! Карту я еще, по-моему, вообще не видел даже. Еще тем более не видел. Ё-моё. Не то, не то, не то. Мне, в общем-то, надо как-то карту бы увидеть. Куда перемещаться и где эта изумрудная деревня-то? Уж там лес мертвецов. Вот это вот. Вот он, лес мертвецов. Вот видите, высокий колодец, могила. А где изумрудная деревня? Хрен ее знает. Подозреваю, что потом будет... Нет, бамбуковая была. Черный лес, может быть, потом будет. Хрен знает. Мне нужна изумрудная деревня. Вот где это? Трактир. Вот. Пещера злых духов. О, блин. Надо бы найти. И... Так, я могу... О, походу дела... Вот так. Это уже понятней. Чуть понятней, где это находится. Блин. Ни хрена не понятно. Вот она, изумрудная деревня. Локация недоступна. Ага, все, понял я, где эта изумрудная деревня. Мне нужно будет действительно пройти еще как минимум два чекпоинта. Сейчас я квесты здесь прохожу, потом пройти здесь, здесь и попаду в изумрудку. Ясно. И теперь, может быть, был ответ там. Про эти крафты. Так, а как эти крафты использовать? Ночью не очень удобно писать. У кого-то загугли. Ну да, спасибо. В общем, в любом случае, спасибо за помощь этому человеку. Выйти из группы, ты ебаный. Я могу как-то выйти из группы. Вот выйти из группы, да. В любом случае, огромнейшее спасибо за то, что у меня теперь есть мечик. И мне нужно найти... Блин, а стоп, я не спросил. Сесею взять. Мне нужно какое-то зелье найти теперь. А, ё-моё. Блин. Так. Мне нужен яд диковинного леса. Активный. С чего? Кому он может быть выпадать?
Ну, это неблагодарное дело, на самом деле, помогать нубам. Почему? Потому что, ну, достанут же потом вопросами, серьезно, просто засыплют до нельзя. И как это сделать, и откуда то взять, и куда пойти? И вот, блин, и вот, потом думаешь, ну, на кой черт вообще я? На кой черт вообще я? Сказал вам. Первый ответ ему дал. Поэтому давайте не будем все-таки злоупотреблять этим. Те важные вопросы на данный момент, которые были за тот срок, который я провел в игре, я получил. И самое главное, у меня теперь есть меч Путихона. И даже если теперь это все эволюционирует до конца игры, я уже прохаванный чуть-чуть и продавать такие вещи не буду. Мне сейчас немножко голдиша, надо чисто инвентарь увеличить на самом-то деле. И мы пройдем этот лагерь черных драконов. Я думаю, что там что-то опять-таки интересненькое будет. Ну, данж как-никак, а данж это явно что-то лучше, чем просто по местности его медведей ковырять. Тем более звучит так, лагерь черных драконов. Тут явно навалят, хотя никаких фиолетовых. А фиолет это обучалка, кстати. Я только что меня осенило, ребят. Вот видите, опять как слоупов. Я в последний момент понял, что фиолетовый значок означал непосредственно. Да. Он означает непосредственно обучалку какую-то, а вовсе не эпичную зарубу. Такие дела. Ну, этих ребят я просто не трогаю, нафиг они мне нужны. Че они там, 8 левел? Ничего интересного. Хотя я на них, наверняка бы добил уже сейчас. Добил бы я сейчас просто на них левел. А может и не добил. Все, у меня мана кончилась. Ну, не мана, а энергия чи, или не знаю, что это за энергия. В общем, уже домисим их так. Дроп у них, что там из дропа у них есть? Латунь, медный дао, прочее говно. Может быть, эти мечики оставшиеся, которые у меня вагон мечиков бесполезных, я их просто сбагрю куда-нибудь, а нафиг они мне нужны, согласитесь, ребят. У меня же пока что все фул прокачки, а явно не составит труда трэш зеленый, поубивать белый, зеленый трэш. Это же не фиол какой-нибудь, который нужно фармить в том монстре. Давай, атакуй, чувак, мне отхилиться надо. А тут что-то все никак-то. А что-то хил какой-то тухлявый произошел всего на 2 секунды. А, у меня поджигание висело. Ух ты. Куча барахла, что я поднашел. Но это квестового барахла на самом-то деле. Ага, и здесь все-таки есть что-то интересненькое. Давайте посмотрим. У меня, кстати, на пятерочку я могу сожрать. А не могу сожрать. Ну ладно. Блин, да ребят. На шестерочку тогда сожру, видите, хил баночки у меня на шестерку, хотя надобности в этом нет, просто они есть, их надо продать, мне кажется. Здесь девятки, я же говорю, на них прапаю сейчас. Просто раз они мне не нужны, я лучше их напродам. Так, ну чё, ребят, давайте агро, агро пошла. Чё-то бронированный чувачок, бронированный. Да ё-моё, чё ж не прокает там, есть прокнул. Ох, блин, сейчас запинают-то ведь. В комбил. Давай, в стойку. Лок, блин, мне офигенно доставляет, как она блочит. Это просто мастерство джедая. Как будто реально, как джедайка фигачит. Это люто, это очень люто. И вообще надо, по-моему. Блин, офигенно. Офигенно, бои выглядят просто шикарно. Балдежно. Это вам не какой-нибудь там вов с унылыми кастами этих скиллов и убогими анимациями, серьезно. Удивительно, что он все никак не может загнить, хотя и начинает это делать. Но серьезно, я не вижу после вот такой вот игры надобности играть в то, в него. Так. Именно с технологической точки зрения, важной технологической точки зрения. Так, и здесь я прособрал все. И мне наверняка сейчас покажут еще какой-нибудь супер-мега-скилл. Кстати, я мог использовать и подсечку, там пинок, подсечку. Но не использовал, ребята. Ну, сами понимаете, я дно. Мне так захотелось. Ну, критического состояния не было, чтобы ссать. И бросок клинка я тоже не использовал, между прочим. Мне говорят, что нужно использовать бросок и с рывком. Интересно, интересно. А такой комби я, кстати, не думал, что можно закомбиться. Бросок-рывок. Давайте посмотрим, я чуть-чуть отбегу. А ладно, даже не я отбегу. Зет. Фу, классно. И реально, пока мечик возвращается, я уже... Да, почему он не кастуется сразу, между прочим. То есть
У меня есть небольшой каст, откат каста. Но тем не менее прикольно. Но бросок он сам по себе не очень домашний, насколько я заметил. Че, все что ли на этом? Ну, тухляло, тухляло. Я-то думал, когда уже начнутся нормальные... Нормальные такие... Я пытаюсь в него впрыгнуть, как будто это активная зона, надо активировать кнопочкой. И это же не первый раз, если вы заметили. Вот, я все жду, когда начнутся боссы, такие реальные боссы, которые нужно хардтрайтить. Вот сейчас он босс был хороший, да, но еще по хардкорней. Но раньше тем лучше, то есть уже лучше. Остается мне сдать только два квеста. Послание от мастера Хон пришло. Желаете получить развивающую награду? Да как же хочу. Чего с большим терпением ждать от следующего обновления игры? Такое ощущение, мой голос хоть такой на что-то повлияет. Особенные расы. Вам нравится внешний вид вашего... Блин, очень нравится шлиза, ЕПРСТ. Самое сложное процесс обучения. Действие с клавишей F. Нет, ничего не было сложно. Просто я сам по себе слоупок. Если у вас есть пожелания, больше мор... Напишем. И как видите, мне какой-то столетний лотос росы дали за все это дело. А я ведь могу еще тут что-то сделать. Опять, кстати, вон 5 сущностей даются, эликсир восстановления. Основное надо так, что выберите ниже самый увлекательный для вас жанр. АОС, я вообще не знаю, что это за жанр. Выберу другое, потому что я люблю инди. Какое количество часов в сутки вы проводите за игрой? От 3 до 5? Или от 1 до 3? Когда как? На самом-то деле. Предпочитайте. Охота на монстров? А, нет, пошаговое выполнение заданий. А, тогда выполнение заданий, охота на монстров. Стиль игры. Соло. Соло траем. Соло и в группе, да, иногда в группе. Точно не ПВП. У меня места нет в инвентаре, ребят. Обломался мое получение награды. Сейчас я сдам квестики и разберусь, где мне взять баблица, чтобы еще немножко увеличить инвентарь свой. Ну и узнаем заодно, сколько стоит следующие слотики. Сотку? Я угадал насчет сотки или нет? Какую-то одежку мне желтую дают. Днищенскую, если честно. Не явно она не очень круто выглядит. Так, а ты что дашь? Кусок пиццы. Ну что ж, ребята, пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не подписаны. Надеюсь, что развлекал не только себя, но и вас.